Не понимаю. Да запаришь ты, слышишь? Что ты смотришь на меня? Один смотрел так. Может, мне прокрасться как-то, я не знаю, но, блин, я уже в тупике, честное слово. Не поддается. Да что с тобой будешь делать, а? Хер бы там. Просто изорвали в клочья. Да похер. Сейчас разберемся. Блин, ты какой-то неочевидный босс, честно говоря. Подожди, я не вылечился, что ли? Да скотина, что ж ты меня раздражаешь-то? Может, тебя чем-то из инвентаря пугнуть можно? Скажем, книгой Дагана. Нет? Ну и хрен с тобой. Так, что я там, не вылечился, что ли? А, у меня ниток нет. Ну, значит, мне все хана. Так, а если вот эти вот гладья меня... Да иди ты в жопу. Я слышу, он меня зовет. Кто? Вот эти вот гладья, если меня потеряют из виду, то смогу я пройти или нет? Меня преследует. Да и не говори. Не даже. Надо мне было сюда приезжать. Я умру. I'm gonna die. Так, меня кто-то преследует. Тихо. Как-то получилось, но сейчас мне, по-моему, лучше умереть просто, потому что со здоровьем полная жопа. И аптечка не предвидится. Почему я тут оказался? Но тем не менее, я понял, надо сначала от него спрятаться, и в итоге у нас тогда все получится. Я слышу, он контроль насоса. Ничего интересного. Как это ничего интересного? Да. Это было ожидаемо, учитывая, насколько у меня порваны были руки. Так, и что? Мне по-новому переживать все эти заставки? Ну, ребят, ну это, блин, несерьезно просто. Вам-то проще, вы смотрите на ютубе, просто мотните вперед, если вам надоело смотреть одно и то же. А мне, блин, придется смотреть все это еще раз. Кто-то сюда приближается, я чувствую. Да вообще валить надо отсюда. Это, похоже, эта мразь за мной гонится. Так, ну что? Опять у меня отбирают все оружие. Дверь-то закрыта, да? А вон у нас сохранение же есть. Или, блин, нет, это же мы сюда не можем попасть. Я хочу, чтобы вы стали свидетелем моего чёртова дракона. А я дракон. А я гидра. Выглядите вы неважно. Не волнуйтесь, скоро всё закончится. Да не волнуйся сам. Я тебя убью. Я тебя убью, поганый ублюдок.
блин. Какая все-таки охеренно здоровая дура. О, черт. Да, давай быстрее уже, скребал. Так, ну что? По-моему, здесь можно спрятаться. Так, сейчас зрение успокоится. Пора шевелиться. Или это не из-за зрения? Видимо, все-таки из-за этого ранения в ногу. У меня со зрением все очень плохо. Или нет? Вот так, посиди, посмотри в стену. Успокоишься, нет? Вроде полегчало. Так, тихо, тихо, тихо. В этот раз у нас все гораздо более успешно. Давай, 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 братин. Только не тормози. Только фейлов нам не хватало сейчас. Так, ну, надо, по-моему, опять спрятаться от нее. Да ты мразь-то какая, а? Ну и опять меня начинают, блин, просто, я не знаю, кошмарить, как хрен знает. Сейчас у меня крыша поедет, по-моему. Давайте-ка мы вот так вот стенку посмотрим маленько. Как дурак. Придурок. Ну что ж ты придурок-то такой, а? Жми кнопку, дурак. Ой. Что ты кнопку-то не жмешь? Так, я надеюсь, у меня там ниток всяких нет. В достатке. Ой, бежим, бежим, бежим. Наверное, тут включается насос в резервуаре. Ну и чё? Я только что переключил выключатель. Опа. По-моему, от этого оно добрее не станет. Опа-па. По-моему, я что-то... Ух ты. По-моему, я добился определенного успеха. Его что, засосал вот в эти маленькие решетки, что ли? А как слизень, что ли, я не пойму. Ничего интересного. Действительно, ничего интересного. Тут такие монстры лазают, ему ничего интересного. Подумаешь, блин, монстр. Так, ну я его слышал, он что, где-то поблизости, что ли? Я не думаю, что мы так просто его убили. Охереть. Вот не, ну вот просто вот охереть, да? Ага. А вот и ты. Перегоревший предохранитель. Так, мне, конечно, ничего металлом не дает. И сейчас нам... сейчас нам надо... Видимо... куда-то вон туда. Сейчас будем смотреть, как нам это сделать. Вон там я вижу спуск, но здесь палит у нас следующее око с урона. И где-то щупальцы еще, конечно. Вот это меня волнует. Обалдеть, какой ты гадкий. Бежим, 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 бежим. Так, так, тихонько. Не пылим. Твою мать.
Уди. Ура. Че, дурак, что ли? Вообще что, с ума сошел? Быстро щемим. Щемим отсюда. Фу. Так, сюда ты, я надеюсь, не полезешь. Так, и что нам это дает? Тварь, а? Не поддается. Блин, еще ты тут своим голосом. Так, что у нас на полках? Это у нас какие-то сигареты. Здесь нет ничего интересного. О, запасной предохранитель. Вот и предохранитель, это хорошо. Теперь я знаю, куда нам надо его воткнуть. Только возвращаться сейчас обратно, это ё-моё. Твою дивизию. Ты не против? Щемим, щемим. Бежим, бежим. Привет. Так, теперь сюда. Блин, какие уроды, а. Бежим. Бежим. Бежим давай. Фу, вроде все. Соснула, свинья. Так, давай. Предохранитель перегорел. Да не тупи, мог бы сам поменять. Думаю, это решит проблему. 30 ампер. Нормально. Наверное, здесь нужно. Сейчас шарахнет, так шарахнет, да? Получи, скотина. Понял, мразь. Хорошо. Люблю запах горелой слизи по утрам. Так. Не поддается. Вот отсюда я заходил. Тут меня оглушили. Значит, мы сейчас сохранимся. Это хорошо. Время уже 5:00. Сейчас мы, я думаю, разберемся уже с маршем. И на этом закончим на сегодня. Дверь заперта. И чё? Вот твою мать! Что это такое? Блин, а чё делать? Охереть, чё это было? Это она, что ли? Так, закрываем все двери. Бля, ну что ж такое, что ж мне так не везет, а? Вот давай. Что это такое? Давай, щени, братюнь, давай, давай. Здесь может спрятаться куда-то надо. Давай. Давай, 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 давай. Бля, на щеколде. Давай, открывай, блядь. Открывай дверь, скотина. Блядь. Ну что ж он тупит-то? Я уже дверь открыл, он по новой ее закрыл. Старые контейнеры. Раньше в них хранили сжатый газ. Ага, теперь твои мозги. Дебил, блядь. Дверь заперта. Дверь заперта. Да открывай ты уже дверь. Открывай дверь, блин, урод. Вот дерьмо. Что это такое? Это дерьмо. Так, давай, беги. Беги, беги, беги. Щ.
Чемин, Чемин, беги, беги, братюнь, беги, спасайся. Ух, радость-то какая. Так, ну чё, можно осмотреться. Закрыто. Закрыто. Так, пора рвать когти, по-моему, отсюда. Мне интересно, не по лестнице туда наверх надо было? Сейчас узнаем. Закрыто. Закрыто. Так, здесь тупик, по-моему, насколько я помню, да. Видимо, все-таки по лестнице наверх там надо было. Ну, вроде она от нас маленько приотстала. Фу, блин, вот это был реально обосрачный момент, конечно, я, честно говоря. Вентиляция. Сейчас может в прямом смысле быть говно на вентилятор, потому что иначе как говном я этого монстра назвать не могу. Так, налево. Что за нахер, я не хочу оборачиваться. По-моему, трубы сжимаются вокруг меня. Главное не... Охереть, он все помял. Не тормози, Сникерсни. Так, блять, я сейчас еще из-за этого погибну. Так, закроем дверь. Отдышимся. Сейва нету нигде. Я закрыто. Не хочу все по новой начинать. А, и тут это жгучее говно. Так вот откуда оно берется. А, так, сюда, видимо. Ух! Давай, 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 давай. Выхода нет. Да есть выход, заткнись. Рвем когти отсюда, рвем когти к ебени матери. Что я здесь делаю? Рвать когти. Да блин, наконец ты меня понял, Джек Уолтерс. Раскалывается. Че у тебя раскалывается? Фу, неужто я выберусь отсюда? Сука, съела. Так оно и бывает обычно с зарывающимися. Какого хрена? Ну выпустите меня отсюда. Я открою дверь. Ебать, как все сдавило-то. Все, нам хана. Нам хана. Я даже не понял, что делать. Блин, да чего неочевидная игра, это же ужас какой-то. Еще столько проходить, ёп. Макарек. Что ж вы со мной делаете-то, а? Блин, все-таки игра дубовая, в каждом своем аспекте. Я вообще не понимал, что там делать. Просто стены сдавливались, я что должен был делать? Ну, опять нас давит. Но в этот раз я не буду даже оглядываться. Ну, оглянусь, пожалуй. Интересно же. Бежим, бежим, бежим. Давай, не тормози. Да блин. Ну просто эпик фейл.
только пройти, чтобы потом, блин, помереть на какой-то глупости. Я понимаю, вот из-за этих вот тупых спецэффектов я во многом еще погибаю. Просто потому что ни хрена не видно. Ну вот что вот я сейчас, ну просто нет слов. Так, и что мне делать? Нет, нет, нет. Слишком долго. Господи, ну давай! Торопись! Слишком долго. Чё мне надо-то? Я кнопку какую-то нажал. Открытие. Щемим. Понятно, надо было аварийное открытие нажимать. Кто же знал? Это, блин, с первого раза, по-моему, просто невозможно додуматься самому. Мистер Уолтерс, я вижу, вам наконец-то удалось выбраться. Да ты бы знал, чего мне это стоило. К счастью, мы его поймали, когда он хотел сбежать. Орден Дагона заставит тебя заплатить, Гувер. А я Ктулхо. А я Дагон. Агент Харпер, уведите отсюда эту дрянь. Действительно. Да, сэр. Давай, марш, двигай. Гувер, нужно провести эвакуацию. Там внизу что-то ужасное. Всему свое время. Мы нашли у марша ключ. Он очень не хотел отдавать его. Наверное, это от панели лифта. Для доступа к самому нижнему этажу комбината. Все мои агенты заняты закладкой взрывчатки, чтобы сравнять это место с землей. Я хочу, чтобы вы спустились вниз и все там осмотрели. Да ты че, дурак, что ли? Ни за что! Я же сказал, там внизу что-то непонятное. Я оттуда еле ноги унес. Мистер Уолтерс, я уже рассказал вам про психлечебницу. Я не прошу, а требую. Да, хорошо, по-моему, лучше в дурку отправиться. Мне нужно оружие. Хрен знает, ну вот чисто хрен знает. Я бы не пошел, я бы тебя пристрелил, скотина. Так, ну что мне? Видимо, наверх, в администрацию надо идти. Но мы сейчас найдем сейф и запишемся. Потому что время уже там слишком много. Еще было найти этот сейф. Так, вот, видимо, у нас путь на поверхность. Ой, на поверхность, говорю, на верхний этаж. Так, ты враг? Тогда я туда не пойду. Мне сохраниться надо. Ой, ну ладно, на этом мы пока закончим. Оставайтесь со мной, комментируйте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. С вами был Артур, и пора уже идти спать, время 4:30. Пока.